станет ключевым моментом чемпионата. Бейл ищет возможность для удара. Иско. Иско. Опять его фирменный замах. Удар. Иско! Рано мы хороним. Рано мы хороним Реал, потому что Реал вот действительно на индивидуальном исполнении и мастерстве может такие эпизоды решить. Иско из-за пределов штрафной. Это тоже что-то необычное. Ворота команды, которая его воспитала. Иско, воспитанник Валенсии, который в свое время ушел за огромные 4 миллиона для игрока его возраста в то время в Малагу. И вот его восхитительный удар здесь даже, ну просто потрясающий проводящий матч, близкий к идеальному. Диего Алвес не достает, он был очень близок. Чуть-чуть не хватило ему буквально.